Это такой старый, знаете, метод, который используют визажисты. Видите, салфеточку я еще делаю потоньше. Беру самую тоненькую, прикладываю. Беру кисточку. И у меня получается губы не в пудре, но за счет того, что все-таки салфетка, она пропускает какие-то микрочастицы, это дает эффект матовой помады или вообще как будто бы даже губы не накрашены. Но при этом сохраняется объем и стойкость. Но если нужно блеск, то блеск всегда можно добавить. Я обожаю блески, поэтому я использую иногда просто прозрачное масло для того, чтобы придать еще дополнительно такой вот как бы влажный эффект. Получается и стойкость с одной стороны, и при этом все равно есть блеск.